Сапраўднае чараўніцтва музыкі. Святочны канцэрт «Калядныя сустрэчы» прайшоў у камернай залі Палаца культуры чыгуначнікаў. Камерны хор і аркестр Гомельскай абласной філармоніі, а таксама салістка Вольга Кузьменка падрыхтавалі для гасцей лепшыя кампазіцыі духоўнай, класічнай і сучаснай музыкі. Творы Штрауса, Шапена, Вівальді і Моцарта гучалі ў харавым, інструментальным і сольным выкананні. Сюрпрызам для слухачоў стала вядомая кампазіцыя «Аве Марыя». Дзякуючы суправаджэнню армянскага дудука Андрея Глазенкова яна набыла ўсходні каларыт. Артысты падарылі гасцям амаль 3 гадзіны якаснай музыкі. Самай грандыёзнай часткай стала заключнае сумеснае выступленне хору і аркестра пад кіраўніцтвам заслужанага дзеяча культуры Рэспублікі Беларусь Алены Сакаловай. Это традиционный концерт, который каждый год проходит в этом прекрасном зале. И его сегодня исполнять будет не только лауреат международных конкурсов, камерный хор филармонии, но еще и камерный оркестр. Сегодня прозвучат произведения, конечно же, классические. Это и духовная музыка, это колядки, и русские, и украинские, и белорусские. Это оперные хоры, это произведения, которые мы будем исполнять вместе с оркестром, которые мы очень с удовольствием всегда любим исполнять. Этот концертный сезон для коллектива камерного хору пройдет под знаком 30-годия творческой деятельности его мастацкого керовника и главного дирижера Алены Соколовой.